Добрый день всем, или утро, ну почти. Утро. Всем утро. Привет, дорогие друзья. Привет. Всем привет. Готовимся. Работа кипит у нас на кухне. Тут тесто подходит, тут уже готов фарш для пирожков. Там капуста, картошка еще, правда, варится. Здесь варится борщ с галушкой. Такая вот галушка, кто еще не знает, с борщом. Я ее вытащила, потому что она уже как бы сварилась, чтобы она мне там не мешалась. Вот. А потом в конце положу ее опять в бочек, чтобы она пропиталась запахом борща. Вот. Это такое блюдо украинское, украинской кухни. Борщ с галушкой. Вот. Юрик очень любит. Да и я люблю, и Илонка тоже. Потому что привыкли, бабушка наша готовила, мама моя готовила такой борщ с галушкой. Вот. Здесь будет зажарочка. Зажарочка будет двойная у меня для борща и для перцев. Там еще перцы фаршированные стоят в холодильнике. Много не будет, нет. Будут пирожки, перцы фаршированные, борщ, галушка. Вот. Ну, я думаю, хватит вот так с головой. Вот. Много готовить не буду. А там уже приедет Илона, будет готовить. Вот. Так что так, ждем гостей с нетерпением. Ну да. Уже посматриваю на часы, вот-вот Юрик должен позвонить. Он всегда звонит всегда из Кирова, спрашивает, что купить. Вот. Так. О, ну. Алло, алло. А, привет, Юрик. В Кирове, не, да не, ничего не, а, знаешь, что надо, лука у нас мало, я как-то купила лук, и весь он у меня почти ушел, использовала. Да, в Бедлице, в Пятерке можно купить. Один лимон есть. Помидоры, ну, немножко есть, да. Да, да. Есть. Мало. Что там? Штуки, есть, штуки есть. Три осталось. Там штуки три осталось. Ну, возьми штучки три на этот помидор, да. Вот. А эти пускай будут на салат. Лука, да сколько-то килограмм возьми. Что там надо на шашлык? На мясо. А? Не, ничего не надо. Лук? Не, не. Я думаю, не надо. Не знаю, если Илона там будет что готовить. Ну, возьми с полкило. Возьми штучек 5 луковиц там. Вот. Ага. Ладненько. Вы уже в Кирове? Ага. Ну, хорошо. Ладненько. Давайте. Давай, ага. Юрик тоже сейчас немножко растратился, потому что, ну, Илона, малыш, стараются их и повезти куда-то, показать что-то, и купить что-то получше для них. И, ну, да и купили, Илону одели, обули, и малыша тоже одели, обули, и велосипед, и, в общем, я не знаю. Юрик у нас, как всегда, он у нас как папа, заботится обо всех, вот. Он старшему брату тоже, вот, зимой накупил, кто-то ехал, он передал, на Украину еще ездили бусы из Москвы, вот, он тоже накупил там ему и куртку, и штаны, одни, другие, и кофты накупил. И телефон передал. Телефон, правда, бэушный, но тоже, да, мог бы продать, где-то кому-то скинуть, а передал брату. Это все вот брату. Вот. Для Илоны тоже ничего не пожалел. Во. Так что, ну, в общем, так. Юрик у нас молодец. Едет, значит, в Кирове, да? Ну, а у меня...
сварила вот это, ну... Ну, вечно у меня зажарка пережарится, потому что либо я еще там что-то делаю, либо я там, вот. И Лешик такой довольный, я снял мат, а я вырежу. Ну, что вот это вот? Ну, и хорошо пережарено. Ну, ладно. Да ладно, в принципе, ничего страшного, она просто хорошо поджарилась. Не сгорела, а хорошо поджарилась. Вот, ладно. Свои. Свои. Ничего страшного. Сейчас попробую, повыбираю. Где будут слишком зажаренные, повыбираю. Ой. Вот, Юрик позвонил и все, забыла про все. Ладно. Ладно, Лёшик, у Лёшика рука устала. Все, иди. Ай. Только из машины. Яблоко, не рви, не рви. Они еще зеленые. Они еще зеленые, зайчик. На, попробуй вот это, на. А ну. Удивительно малышу, как на дереве растут яблоки. Будешь пробовать? Пробуй, ну давай, откуси. Вот это только, вот это вот. Вот это хочешь? Ну попробуй. Они еще не вкусные. Ага. Видишь? А ну иди маме покажи. Два яблока. Потихоньку, потихоньку. Ай-яй-яй, боже мой. Ой, потихонечку, потихонечку. Потихонечку. Где, где? Юрик, Юрик приехал. Шо там, шо там? А ну-ка. Что-то Юрик говорит, а ну-ка пойдем. Это подарок? Ничего себе подарок, Юрик. Лицом вверх положи. Ну, посмотри, как покрасил. Да, Юрик. Лёшик растерялся. Ух ты. Ух ты же, ёлы-палы. Лексус? Да. Ух ты! Юрик сам красил. А ну-ка дай, покажи. Ты сам красил, Юр? Диски. Не, именно эти нет. Ну да. Ну можно сказать, ну там получилось так. Я как бы присматривал уже, но... Ух ты! Ничего себе, Лёшик. У Лёшика новые колеса. Вот это подарок. Царский от Лексуса. Спасибо, да? Спасибо. Лёшик, что ты растерялся? Ай-яй! О! Все, сделал? Папик? А я не знаю. Это Илонкин. А, это Илонкин. Ну я думала, Лёшик это даёт. Антенна! Антенна! Мама, антенна! Лиза. Горячие? Давай. Да? Ай ты. Юрик, ну спасибо. Да. Спасибо тебе. Спасибо. Ну разбирай. Так, что у нас тут? А, это рыбка к пиву.
Да. Юрик набрал вон рыбацких снастей. Да, блесна, да, новые взял. Угу. Будет щука. Попробуй. Чтобы не сглазить. Так, что привез Юрик? Ну-ка смотрим. Так, это капучино. Вот такой вкусный. Ай-яй. Без сахара. А, без сахара? Ой, какая-то вино какое-то в красивой бутылке. Крымское. Это. Домашнее. Ух ты. Ну, друг, товарищ, коллега по работе был в Крыму, отдыхал и привез. А, привез тебе такое вино? Да. Ага. Салфетки. Салфетки, да. Вот, правильно. А это соль. Соль? Это хрустики. Ага. Так, Юрик масло привет. Юрик маслом меня снабжает. Вот, спасибо тебе, Юрик. Да вообще за все спасибо. Безалкоголка. Лонки. Да. Кофе еще. Что там? Интересно? Так, ага, сыр. Сыр вот такой вот. С плесенью. А, еще белое. Да, да. Ух ты. А, ну, еще белое. До 10.08 еще. 3 недели он еще будет. Ну, хорошо, съедим. Так, еще безалкоголь. Лешику кофе. Кофе вот такой. Мы у нас видели по 500 рублей такой, Юр. В смысле? Вот в пятерке. Да, вот такой. В этом да. Слайм или смайл, не помню, как магазин. 170 рублей. Ух ты, ничего себе. Лешику понравился такой. Да. Ну, я взял одну и одну там еще другую. Так, сладости. Да, да. Сладости. Конфетки. А, ты любишь сладости? И это. И это? Нет. Да. Тебе? Да. Да? А, эгоист еще, да? Вот да, это да. Вот. Да. Но это тоже дорогой. Это дорогой. Я не помню, сколько он там тоже в этом смайле или слайме. А, и шпротики. И тоже шпротики. Это я вчера смайли. Только думала. Мы взяли себе баночку, это, да? Домой, себе. Мне вчера это написала Лена там. У нас коты одинаковые, как Варька. Ага. Это, говорит, написали мне, что это шпротный окрас. Ага. А мне так шпрот захотелось. А, ну да, это прикольно. Вот, вот такие вот подарочки от Юрика. Юрик, спасибо. Спасибо тебе, Надюшке, спасибо. Да, спасибо, дорогой сыночек. Спасибо. Ты лодку качаешь? Давай, давай, качай, качай. Все? Да, еще не все, еще давай. Не, надо сильно. Давай я покачаю, давай. Кепка? Качай, качай. Весла. Это весла. Это после обеда. Давай, качай. О, давай, давай. Ого, как надувается. Надо кепку, по-любому. Ну-ка дай. Давай. Ну так, смотри, соединяем ее.
тепло сегодня. Тепленько. Сейчас надо чуть-чуть накачать, а потом положим ее. Быстро устают. Конечно. Пью. Ага. Да. Можно я покачаю? Нет. Нет? Ты? Ну давай. Вот так, вот так. Дядя. Дядя, где дядя? Оп. Оп. Давай, давай, вместе, оп, оп. Давай. Не я. Давай не вместе. Нет. Да. Не сам. Ты сам. Я сам. Давай, давай, нажимай сильно. Вот так, вот так. О, вот так хорошо. О, о, какая большая уже, еще, да, лодка? Юрик как приезжает, так и начинает бассейн мыть. Тащи шли, я вот хоть и бросала таблетки, а вода все равно позеленела. Надо укрывалку. Ну, может, за зиму купим. О. А водичка прохладная, да, Юр? Да, да. Прохладная. Ну, холодно было. Холодно было. Ну ничего, сегодня-завтра обещают тепло. Так что может и нагреется водичка. А может в баню пойдем. Сходим. Дышь. Это поплавок. Ой. Поплавок. Дышь. Вот. Туда надо таблетки ложить. Нет. Да. Да. Ты горох кушаешь? Вот так вот. Туда надо? Да? Ага. Бабушке пришлось 3 раза видео переделывать. Хватит, хватит. Только ножки. Вот так. Тут гуляй. Вот в прошлый раз сняла его в бассейне, а Надюшка говорит, нельзя. Да. Юрик написал, что нельзя. Я прочитала сразу, что нельзя. Переделала. А потом прочитала сообщение. Юрик пишет еще, нельзя даже, чтобы пятки было видно. Вот. Пришлось переделывать и пятки закрывать. Да, да. Да, сейчас, Саш. Подожди, подожди. Подожди. Подожди, говорю. Подожди. Давай. Давай. Ну давай, давай, набирай, набирай воды. Набирай. Давай. Давай, помощник. Вот так. Вот так. Давай, 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 давай. Давай. Вот так. Все. Все. Мало. Мало? Уже мало, да, воды? Мало. Давай, поднимай, поднимай. Боже. Вот так, по чуть-чуть. Отлей чуть-чуть, вот так. Вот так, вот так, вот так. Хорошо, хоть сегодня погодка хорошая, потеплело. Дождичка нет. Тучки ходят, но дождичка нету.
Что там у тебя? Анну покажи. Жучок. Ну, отпускай его, пускай он там. А ну, ползает. Вот какой жучок. Ножки у него такие, да? Ой-ой-ой. А вон цапля прилетела. Вон она там, цапля. Лешик все пытался ее снять. Мы с Сашей кабачок им дали, да, Саш? Все. Кабачок отнесли, да? Все, все. Саша, да, отнес? Все. Сам, да? Все. Угу. Вот они как кушают хорошо. Пойдем малину собирать. Нет, только доски. Ты поплыл? Да. Куда? Далеко? Да. Так, Мак? Да. Только... Вот там в бочке надо? Да. А, ну давай в бочке. Давай. Все? Нет. Давай. Давай бабушка почистит. Давай. Давай. Да? Вот так. Ну, сейчас только солнце было. Все, ветер. Цапля ходит. Лешик все ее снимает, никак снять не может. Мама.